В этом году на фестиваль было подано несколько сотен заявок со всей страны, но в финал прошли лишь 12 молодых людей, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Среди них как индивидуальные исполнители, так и коллективы из Москвы, Башкортостана, Алтайского и Красноярского краев, Саратовской, Тверской, Самарской, Тульской и Курской областей. Каждый из них спел о самом дорогом и близком – своей малой родине, семье, любви и добре. Оценивали выступающих эксперты, уже состоявшиеся певцы, композиторы, режиссеры. Триумфаторами Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия» стали сразу несколько исполнителей. А вот гран-при достался певице Арсении из Тверской области. Когда назвали мое имя, мне было крайне приятно от того, что это приняли, мое авторское видение, как я пишу и люблю музыку, какие стихи. Это то, что я чувствую. Мне было очень приятно, что это услышали. Все очень талантливые. Все очень интересно, и мы вот каждый день питались и заряжались очень хорошей энергетикой. Наши спикеры, жюри, приглашенные гости, они были с нами тоже на одной волне, и они нас тоже заряжали, чему-то учили. Главные награды для молодых музыкантов – профессиональная запись песни, съемка видеоклипа, трансляция на телевизионных каналах и радиостанциях. А школьники, кстати, эта категория впервые приняла участие в фестивале, получили в подарок запись авторской песни в студии. Также у участников была возможность пройти профессиональную подготовку, побеседовать с именитыми экспертами и наставниками. Приняли участие ребята и в мастер-классах, прослушали лекции по аранжировке, режиссуре, актерскому мастерству, продюсированию и звукозаписи.